Всем привет, с вами Вова Кэс. Все новые зрители, подписываемся, жмем колокольчик, будете в курсе лучших новостей. Налепите в этот раз побольше лайков и погнали! Эльдар Джарахов выпустил клип при участии Дани Кашина. Юра Хованский показал свой трек для второго раунда 17-го батла. Группа Blackpink снова бьет рекорды Ютуба. А Руслан Тушенцов выпустил обзор на альбом Милены Чижовой. Итак, Юра Хованский выпустил трек для второго раунда 17-го независимого батла, тема которого, кстати, ветер перемен. Кручу планеты как хочу, будто хула-хупом, если чуешь ветер перемен, значит Юра дунул. Эльдар Джарахов в образе злого малого тоже выпустил трек для второго раунда. Более того, он снял на него клип. И сегодня происходит, и мы смотрим повтор. Я собрал вас всех, чтобы напомнить, что вы говно. В главной роли ДК в образе мента. Трек для батла готов и у Егора Крида, но выйдет он чуть позже. Никогда не мог подумать, что мой трек на батл на HipHop.ru будет самым ожидаемым. Завтра утром на моем YouTube-канале будет трек, и к нему еще будет видос. А вам чей трек понравился больше, Хованского или Джарахова? Руслан Тушенцов, как и обещала инстасамка, выпустил обзор, ну или разъеб, на альбом Милены Чижовой. Мы будем делать тест-драйв альбома. Подземная богема, я лично купил его, Милен, надеюсь, эти 80 рублей помогут тебе. Говорить тут особо нечего. Просто Руслан 20 минут стебет Милену и ее творчество. Есть разнообразие в альбоме, мне все очень нравится пока что. Я прям приятно удивлен на самом деле. Не-не, я не хейчу, я фанат Милены Чижовой, главный фанат. Ну он сейчас так шутит, а потом, блядь, фит с ней сделает. Пишите, вы поддерживаете Тушенцова? Надеюсь, мои 80 рублей за твой ебучий альбом пойдут на новую дозу каких-нибудь синтетических наркотиков, и ты сгниешь в помойной канаве. Группа Blackpink снова бьет рекорды. Их клип Дуду набрал 1 миллиард просмотров. И это первая кей-поп-группа, которая смогла достичь такого результата. Правда, очень многие говорят, что все это накрутка. А настоящих просмотров там от силы 100 миллионов. Как думаете, Blackpink накручивает просмотры? Вот здесь смотрите, кликайте, предыдущее видео просто крутейшее. И не забудьте поставить там лайк. Кто еще не подписан на мой прекрасный канал, подписывайтесь, жмите колокольчик и пока!